И всем привет, с вами Аград, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Seven. Соответственно, наливаем чаек, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально стелсовый, немножечко RPG-шный контент. А вот, в прошлой серии базовались мы на моменте, где мы с тобой пробежали, получается, от нашей первой локации и дошли до третьей-второй. Вообще, на самом деле, третья. Вот, по журналу у нас с тобой миссия пропавшей звездой, и нам сказали добраться до бича смерти. Вот, здесь случилось что-то серьезное, два здания оцепенелы, оцеплены, а город кишит биомантами. Вроде как правильно их прочитал. Артанак хочет, чтобы я смотрел эти здания, дом и часовню изнутри. Не сомневаюсь, какое-то отношение к этому имеет тот парень, которого мы ищем. Ну, в общем-то, как-то так. Вот, но у нас есть с тобой проблемка, и проблемка заключается в том, что, естественно, двигатели, энергия и наш лифт не работает. То есть мы не можем просто взять и спуститься вниз, к сожалению, и нужно искать, видимо, какой-то обходной путь. Плюс ко всему при этом у нас с собой мало места в инвентаре, и, соответственно, мы с тобой только идем и вот так вот немножечко бежим. Конечно, есть такая фича, как прыжки, и в итоге, по сути, ты перемещаешься точно так же, как и если бы у тебя, допустим, был этот. Бать, что это за херня такая? Короче, ладно, переходи по аннотациям справа в верхнем углу и смотри прошлую серию, а мы с тобой продолжаем. Собственно, нужно найти как-то проход вон туда. Только где-то в другом месте. Без понятия. Где? Без понятия. Как игра особо мне не говорит. Она сказала, ну, лифт работает, ну, не судьба, не фартанула. Что с этим делать, я пока без понятия. Ну, давай тогда пока что просто будем ходить вот приблизительно где-то здесь. Так, а ты что такой? Визовая машина. А, она мне дает, типа, визу на этот... Думаю, я пас. Так, я пас, потому что деньги не хочу тратить, да и к тому же денег у меня нет, мне некому продавать свои вещи. Собственно, в этом вся сейчас и проблема. Меня кто-то спалил? Да меня никто не палил еще. Я не буду экспериментировать и пытаться убить ее. Ой, как же ты долго завел, господи. А это лифт или что это? Что это такое? Так, подожди, надо узнать. Вот он куда-то перемещается. Дальше можно куда-то еще перейти. И... Интересный момент. Ну-ка, подожди. Давай-ка сохранимся. Мы вот где-то здесь. И пойдем вот сюда. И вот туда мы особо что-то как-то не можем. Ай! Ну, типа, как-то так. Конечно, прикол, я пока без понятия. Куда я там забираюсь? Чё я там делаю? Господи, дай мне это, выйти отсюда. Тихо. А теперь просто спуститься вниз. Я вообще, на самом деле, хотел перепрыгнуть. Визовая машина, а там я чё хотел сделать? А, это перемещение. Я его типа не взломал, так что по идее не могу ничего сделать. Мы не можем воспользоваться грузовым подъездом, пока не взломаем контроллер этой ветки. Понял. Надо бы еще найти, как его там взламывать вообще. В принципе, ладно. Так, где-то здесь у нас есть часовой, который может нас пропалить. И это и есть он. Я ничего сделать не могу, потому что у меня скрипт. На то, как у меня персонаж будет сейчас подниматься, опускаться. Короче, ладно. Давай тогда обратно идем. Что же там еще делать? Так, окей. Мы здесь, техномаг нас палит. Ну, неудивительно, еще один палит. Можно как-то вниз перейти. Буду куда-то вон туда. Не, ну как вариант. Что бы и нет. Так, он меня спалил или что, я не понимаю. Ай. Ба, как это вообще сделать, чтобы все было красиво и весело? Я, ну по идее, мы правильно все делали. В тот момент, пока там не объявился техномаг. Тут непонятно, кто тебя может спалить. Вот кто? Я думал, то, что изначально тот, у которого это... Вот ты меня можешь спалить?
Может. А с Хиральд? Хиральд, ты меня можешь спалить. Как ты это делаешь? То есть, допустим, смотри, в нормальных стелсах, допустим, тот же Хитман, там есть определенные понятия. То есть, некоторые охранники тебя могут спалить, потому что они знали тебя до этого, а некоторые не могут. Как вот эти охранники, которые меня ни разу не видели, я, между прочим, охранник из соседнего села, господи. Вот, как они могут спалить меня? Вот по каким... Как игра вообще это может мне объяснить сейчас? Вот как они меня палят? То есть я просто не могу подходить к любому охраннику в упор. Или могу? Вот это сейчас является упором или как? Но он же меня достаточно далеко увидел. Как он меня увидел? Что он меня увидел? А в чем смысл тогда? Давай тогда вот тут пройдем. Так, а мы теперь будем думать, что с этим делать. Не, есть вариант просто взять, запрыгнуть наверх и... А почему? Я же загрузился, игра, ты что делаешь? Тихо, я так далеко не хотел уходить. Тут сейчас будет техномагия идти, я опять же пытаюсь куда-то забраться. Наташа это делает очень кеково, ну ладно. Так давай-ка сядем тут. Где они меня не должны сейчас спалить? Я что хочу сделать? Я хочу перейти в ночное время суток и попробовать как-то это все прошмыгнуть. А вроде как ночью гораздо интереснее все это делать. И вот теперь думаю, ну как минимум мы тут сохраняемся, там, что удобнее все дела. Попробуем зайти вот сюда. Тихо. Ну, опять же, сохраняемся, потому что если упадем, то будет невесело. Так, куда дальше? Интересно, что у тебя перекат. Да можно было на месте постоять. Я же вроде когда прыгнул, все было красиво. Давай еще раз. Тихо. Успокой свой перекат. Вот. Нахрена я сюда перешел и без понятия. Опять же, сохранимся, потому что потому. Потому что никак. По-другому не можем. Вот он я. Я потихоньку, кстати, вниз спускаюсь. Только вопрос нахрена? У меня пес-то как бы нету. Инвентарь у меня забитый. Продать это некому, потому что если я нахожу торговца, то у него два золотых. И все, больше ничего, и все. Деньги мне при этом тоже как бы нужны. Чтобы хотя бы покупать визу. Если не будет визы, я не смогу пройти. Я вообще честным путем туда дохожу или как? Вот это вот место для чего? Для того, чтобы перейти в верхнюю заставу или как? Не, ну, будем пытаться как-то по-нормальному. Я не уверен, что это правильный проход, но... Так, подожди, а что ты там помер-то? То есть ты вот там, где я только что был до этого, не помирал. Сейчас неожиданно решил что-то это сделать. Ну давай, допустим, загрузимся, давай посмотрим. Может быть, я высоко был. Просто от моего типичного тогдашнего падения у меня даже урона не было. Ты смотри. Че, не такое же там расстояние? Вот. Падаю. Урона никакого нет. Смотри. Расстояние достаточно большое. Снова падаю, урона нету. Я, значит, все-таки был высоко. Окей, мы с тобой прошли куда-то вглубь. Рюкзак обновлен. Семья, это красиво, конечно. Вот эти пацаны меня случаем не будут валить. Кстати, у каждого есть противогаз. Вопрос на миллион. Мне... У меня есть противогаз. Если смотреть налево, то что-то такое имеется. Окей. Сейчас, а что вы мне можете сказать? Пусть Ворд благословит тебя. Окей. Пропавший связной, исследуйте бич смерти, осмотрите разрушенный дом. Исследуйте бич смерти, осмотрите разрушенную часовню. И вот у нас как раз с тобой веселье. Кстати, нет. Это не третий у нас получается уровень, это все еще второй. Хорошо, мы с тобой в новой локации. В Руаням. За
10 минут добрались отсюда. Короче, ему весело. Так, мне получается, просто нужно пройти вот сюда. Ну, в принципе, мы это и сделаем. Хотя до этого я бы хотел бы найти здесь какого-нибудь продавца. Чур-чур, здесь изготовление. Универсальный магазин. Ну, будем считать, что продавца здесь нет. Ну, как по-другому-то. Потому что я его что-то как-то не увидел. Универсальный продавец — это продавец, который продает херню. До сих пор не знаю, зачем она нам. Как ты думаешь, какой будет официальная линия? Вряд ли пытаться предлагать решение верховного жреца Мудро. Какой бы она ни была, никакого спасибо вам, народ, за вот эти вот субтитры крутые. Но, говорю тебе, перестать, это не наше дело. Я просто надеюсь, что виновных поймают и накажут. Будь уверен, Драгон проведет зачистку. А теперь продолжай охранить периметр. Воля Драгона — моя воля. Как ты меня услышал? Я ж приседя. Ну я его не убью нифига. В этой игре очень странно работает урон. А, 200. Так, одному мы убили, на альт переходим отсюда. Ну, я застрял в текстуре. А вот все отстрел, все красиво, тихо. Перепрыгиваем его, естественно. Очень удобно. Так, он использует еще какую-то сторону. Одного мы кого какого-то мага убили. Это красиво, можем даже второго еще попробовать завалить. Ну, до того момента, пока он не взял гребаный арбалет. Так, чувак, ну хватит со своими арбалетами, честное слово. Ах, ты хватит прыгать из стороны в сторону. Просто, как приметить человека, чтобы я бил его, а не гребаный воздух. И что он со мной делает? А что я делаю? Я же вроде выбрал этот. А, у меня снова молоток. Увидели себя? Еще один кто-то пришел. Да я вряд ли выживу, еще и вот этого убью. Мы с тобой по приколу просто посражаемся. Какие, их как бы убить можно, но... Смысл? Загрузить игру. Где мы с тобой были? Красиво. А в игре не работает автосохранение? Нет, не работает. Ну, да. Я забыл уже про это сохранение. Да забыл вообще, что в принципе игры до сих пор делают вот такую вот веселух через F5-ку. Да ладно. Еще с тобой пройдем. Это твоя, естественно, вина. Тут уже я сам виновен. Потому что переоценил эту игру. Так, хорошо, мне... Красиво. Я там зацепился, просто потом соскользнул. Ба, я не уверен, что это правильный проход. Не уверен. Но по-другому я не вижу никакого другого прохода, честное слово. Вот типа есть локация внизу. Как туда пройти? Хер бы знает. Лифт не работает. Этот гребаный фантомный голос мне ничего не сказал. Сказал, иди найди другой вход, либо заставь включить этот лифт. Как его включить? Где я найду? А что там? Здесь я нифига слова совсем не вижу. Но мы выжили с тобой. Сохранись. Будем с тобой, видимо, сохраниться каждую третью секунду. Другому тут явно не выйдет. А теперь попрыгли отсюда нафиг. Заодно, кстати, можно прочитать, что они там вообще говорят. Вот эти пацаны. Мне по идее нужно как-то наверх зайти. Есть у меня ВКшка. Замечательно, которую я не выключил. Я сейчас подожди, наруча его выключу. Я не ожидал. Я не ожидал. Я виновен, я сейчас глядь. Так, добавить это, отключить звук вкладки. Вот. Все, теперь у тебя все будет замечательно. Так, я, в общем-то, прошел куда-то. Сохраняемся. Быстрое сохранение. Наверное, F5-ку нужно нажимать. Я понимаю, дитя мое, но часовая башня смерти, к сожалению, не работает. Она долго, она закрыта. Мы проделали долгий путь.
не стоит ставить под сомнение указы Драгона. Совершенно богохульство. Совершено богохульство. На нашу связь, короче, что-то они там интересно читают, в кавычках нет, идем дальше. А вот часовня, из которой Сабаш в последний раз выходил на связь. Ясня. Так, хорошо. Мы можем куда-то перейти-то хотя бы. Нам, видимо, просто нужно тут что-то найти, какие-то улики. Так, открытие. А вот, собственно, и улики. Ну да, мы это с тобой уже читали. Будем надеяться, что виновных поймают. Окей. Опять же, желательно было бы, чтобы у нас было... не было перевеса, точнее. Ну что ж поделать. Посмотри на мебель. Кто-то организовал серьезную оборону. Здесь явно провели операцию зачистки. Но человек с такой подготовкой, как Саваш, наверняка бы выбрался. Окей. Вань, забирайся, куда тебя не просят. Ладно, здесь хорошо, здесь можно забраться. Я тебе разрешаю, вот что такое. Украсть. Малыш, приз регенерацию. Красиво. Тап не работает, инвентарь. Куда ты делся? То есть чертежи, они уже сразу же изучаются, да? Я на это надеюсь. В рюкзаке нет. Хоть я написал, что обновлен рюкзак. Не ладно. Так и следует. Посмотри, сосуд с нектаром. В нем содержится чистая мощь всей моей расы. И с его помощью можно пробудить силу в тебе. Там, кстати, чувачок какой-то стоит. Герлин сюда зашел без понятия. Альдово, ляд. Эта жидкость обладает уникальными свойствами. Именно она давала древним им их могущество. Она повышает силу, ловкость и интеллект. Эти сосуды невероятно редки. Драгон забирает себе все, что находят. Находят или находит? Вопрос моментальный. Если ты возьмешь нектар и введешь его в свое тело, я смогу раскрыть истинный потенциал ДНК твоего вида. Во время древних вена каждого мужчины и каждой женщины, даже ребенка, тек нектар. Он сюда, кстати, пришел. Что-то ему явно здесь не нравится. Стоит какой-то техномаг, каким хером. И он такой: «Э, чувак, ты что тут делаешь?» Ну ладно, с кем не бывает. Да, показалось, наверное. И сейчас уйдет, смотри. Смотри, сейчас повернем, оп, и ушел. Эти сосуды создавал мой вид. Я помогу найти новые. Наконец-то, хоть какой-то от тебя толк. Если он и впрямь такой эффективный, как ты говоришь, он может пригодиться. Пойдем, я смогу обойти любую систему безопасности. Ввести комбинацию. А желтый это что? Неверное расположение? Я на самом деле я неправильно сделал. Надо вот так вот это все делать. Ну, а сейчас на самом деле так мы очень долго будем с тобой пытаться. Да ладно. Когда не смотри. Так, здесь у нас было 3, здесь было 4 или 5. 4. 3. 6. А что значит неверное расположение? Я куда его, по сути, должен перенести? Здесь у нас будет 6, что ли? А здесь 4? А почему здесь уже не 3? Так я что-то, походу, не выкупил.
Здесь у нас 4. А он каждый раз рандомное число вводит. Да. 2. Хотя на самом деле надо было еще и 0 проверить. Двойка есть. Три, два, пять, четыре. Замечательно. Украсть и нектар. И аурит. Так, мы весь аурит забираем. Мы теперь хотя бы можем купить себе проход в какой-то... куда-то. Что-то неизведанное. Так, а теперь вопрос на миллион. Что мы с этим нектаром можем сделать? Вот, у нас целых 4 штучки. В это задание, кстати. Так, я это, я чуть... Подожди, а что за нектар-то, я не понимаю, что означает задание? Ну, типа, ладно, потом как-нибудь узнаем. Бой... Здесь был бой, эти следы с его самой передовой оружия. Я бы предположил, что на него здесь устроили засаду. Кажется, Саваши прям приходил сюда. Но куда он пошел потом, непонятно. Нужно поискать новые улики. Давай осмотрим второе здание, оцепленное биомантами. Может быть, что-нибудь прольет свет на то, что здесь произошло. То есть, короче, все, мы отсюда уходим. Естественно, наш знакомый биомант ни хера не понимает, что тут происходит, и просто отсюда уходит. Красота, да и только. Я уже заметил, как тут можно пройти или выйти. Ну и то, и другое, собственно. Какие? Снова быстро сохранение, потому что по-другому никак. По-другому мы еще с тобой тут застрянем. И потом заново придется все читать. Так, хорошо. И получается, нам теперь нужно вот сюда. Пропавший связной. Я готов. И на самом деле мне просто нужно отсюда уйти. А, нет, смотри, не просто отсюда нужно уйти. Нужно еще перейти вверх. Там у нас что-то интересное. Бока. Я, конечно, долго бы персонаж цеплять, но что ж поделать. Так, рюкзак обновлен. Акробатика урона в падении 2. Уже смысла нам никакого не дает. Вот это вот акробатик. Вообще, как я понял, тут и сражаться смысла особо никакого нет. Ну, вроде бы. Пока что я не вижу смысла сражаться вообще. Я просто бегаю. Из стороны в сторону. Вижу людей и упрыгиваю от них. А тут я, кстати, не помер. Странно. Но был близок, и сейчас. Окей, быстрое сохранение. Надеюсь, потом... А ты кто что забыл? Это же, по идее, опасная херовина, которая всех жрет и кусает. Так я и не совсем понял. Они их это приручили, что ли? Ну да и ладно. Войти. Либо твой друг жуткий неряха, либо мы здесь не первые. Ну, мы явно здесь не первые. Так, первая, вторая, там что-то третья, 15, 16, дофига еще открытий. Замечательно. Так, во-первых, что это такое? Смотри, эта секция стены двигается. Думаю, я смогу ее протолкнуть. Это, видимо, часть какого-то механизма. Попробуй получить больше данных. Я смотрю, слишком много усилий, чтобы просто спрятать какую-то информацию. Информация — это сила, Терриль. Именно на ней вся империя и работает. Что ж, кажется, я что-то сделал правильно. Ты слышал? Слышал, у меня те же уши, что у тебя. Забыл? Закрыть, удерживать, ну-ка, отмычка. Тихо. Я нифига не понимаю, зачем я это сейчас сделаю, но у меня чьи-то интерес. А почему ты все закрыт? Замечательно.
Так, 36 процеу и 36 аурита. Грубый меч, красивая брошь. Но аурита ки, шприц тоже на самом деле нужен. Грубый меч хоть и стоит 20, но, блин, продавать его некуда. Брошь надо бы еще взять. Правда, я не знаю зачем, но это, видимо, хлам, который просто для продаж. Скорее всего, тот, кто был здесь, не нашел то, чего искал. Ну, давай осмотримся. Окей, я только я. Так, это какой-то холодильник. А нет, это сейф. Это сейф ведь? Я же правильно думаю. Неудивительно, что сейф пуст. Сава ж не стал бы оставлять ценную информацию в таком очевидном месте. Наверное, она где-то спрятана. Ники. Пригоднись. Аурит. Элегантное одеяние, кстати. Элегантное одеяние весит мало, но при этом дорогой достаточно. Непарный носок. Я бы взял элегантное одеяние, но продавать его некуда. Так, Тектомак у нас в открытую не видит, как я понял, да? Вот это что такое? Так, украсть рецепт малый шприц адреналина. Замечательно. Прекратилось. Может быть, ты ввел не ту последовательность? Это прозвучало как-то не так. Исследовать, а не украсть. Смотри, кровь. Вот и немного потрепали. А меня случаем сейчас не спали за то, что я так к вам в наглую подхожу. Дверь сорвана с петель. Подготовимся нехорошо. Так, а теперь попрыгали. Теперь попрыгали. Получается, первое это вот это. Вот это. Второе это получается вот это. Да господи! Да все, отмена. Отмена операции. Дай мне уже пройти. Я не вижу то, что там какая-то херня. Я не понимаю, почему он за нее цепляется. Я не хочу за нее цепляться. Все, я не над этой, не над вторым этажом. Который первый. Звучит многообещающе. Все, мы разгадали эту херовину, попрыгли дальше. Я смотри, похоже, это то, что мы ищем. Посмотрим, что он прятал. Это полная карта острова Пия. Здесь нет никаких отметок, пожалуй, нам от нее никакого толку. Здесь отмечен транзитный склад, которого нет на других имперских картах. Он находится в стороне от главного транзитной линии. Да, и мы теперь туда, по идее, должны пойти. Где? И это у нас уже четвертый этап. Ну, точнее, третий. Третий уровень. Вот. Может быть, Савва, что ты там искал? А может быть, там находится настоящая оперативная база. Нужно найти способ осмотреть этот склад. Метка карты обновлены. Ну, обновлены, точнее, но не сегодня. Ну и чё, мы с Саввой выполнили задание. А, нет, не выполнили, пропав со звездой еще есть. Ну, попрыгли отсюда, не туда ты прыгаешь. Прыгаешь вперед, это означает вперед. О, спасибо. Что ты меня бесишь со своими этими прыжками. Я не виновен, я не хочу туда идти. Так, мы знаем, что Саввеш был здесь. И мы знаем, что на него устроили засаду, а потом преследовали. Мы должны найти его, если он все еще жив, и его здание очень важно для нас. Мы продолжим выполнять его миссию, я так полагаю, что нам тоже угрожает опасность. Сейчас единственная ниточка, что у нас есть, это карта с отмеченной на ней заброшенным железнодорожным складом. Можно начать оттуда. Нам нужно выбраться из бича смерти и найти заброшенный железнодорожный склад. Так, какие? Нам теперь нужно оттуда выйти. Каким образом, господи, я тут даже не нашел проход сюда. Убежище. Так, подожди, то есть получается, ты где-то здесь, и мне нужно идти вон туда. Или? Туда? Где туда?
Да отставить от меня. Я упрыгли отсюда, отставить. Да что вы от меня всех хотите-то, господи? Подумаешь, прыгаю. О, фантастик, если мы не можем запустить подъемник, мы останемся здесь несколько дольше, чем планировали. Где-то поблизости должен быть генератор. Вот что из этого генератора? Вот эта вот штучка генератора. Если да? Подъемник работает, пока я мэра Конкилла не подойти у нас под ногами. Да она мне, что ли? А вот у нас получается генератор. Использовать. Ну я что-то типа сделал. Чё, я пока не знаю. Так, украсть медное кольцо, ничего страшного. Вообще, на самом деле, не знаю, зачем мне сейчас пока что какой-либо лут. Ну, на данный момент не знаю. Так, давай тогда это... Закрыто, ну теперь открыто. Так, аурит. Красиво. И давай еще, наверное, что-нибудь возьмем. Опять же, мало шприц. В общем. Так, а теперь? Я херли тут забыла. Ты видишь, закрыто. Ба, мы давно не сохранились. Как мне отсюда выйти? Так, подожди, надо додуматься, как выйти отсюда. На неписи-то по барабану, они глупенькие. Бы они еще в меня не попадали. Я просто от них упрыгаю спокойно. Ну, типа. Так, а теперь упрыгаем отсюда обратно. Сюда. До свидания, пацаны. Ты теперь работаешь или не работаешь? Я тебя включил или не включил? Так, ладно, короче, спрятаемся тут пока. Вопрос на миллион, я его включил или нет? Ну, по идее, включил. Там уже что-то заработало. Без понятия пока. Так, а это что тут еще есть? Есть какая-то вот такая веселуха. Ну, там, кстати, этот есть. Черчежек. Здрасте. Гидродоспеха масса 1. Так, хорошо. Да как же ты меня раздражаешь? Дайте мне продавца какого-нибудь, чтобы я взял и продал нахер вот это все свое снаряжение. Так, подожди. Ва. Мне, кстати, надо было сохраниться, я опять забыл про это. Ну, мы сейчас спокойно от них упрыгаем. Вот и все, нас тут никто не найдет. Так, хорошо, вот ты что такое? Забрать рюкзак обновлен. Высасывание энергии. Так, быстрое сохранение. И теперь главнейший просто вопрос. На миллион. Что нам там делать-то? Может, просто на самом деле все вещи выкинуть? И хрен с этими всеми кристаллами. С этими ауритами вашими. Без них как-то, в принципе, все нормально. Да, я тут уже все сделал. Мне теперь нужно в другую сторону. Слушай, знаешь, что попробуем еще сделать? Давай возьмем снаряжение и наденем на себе противогаз. Нас же теперь не будут палить вот эти пацаны-то. Мне все равно палят. Вопрос на миллион, почему? Куда я там забираюсь, господи? Ба. Я не уверен, куда мне хотят вообще от меня, чего от меня хотят. Куда я должен пойти, что я должен включить. Или может потому, что и сирена была, я не мог выбраться из-за этого. Так, меня там уже ищут. Ну и удачи им с этим. Дик фигу выходит кого-то находить. Так, я сюда забрался, замечательно. Зачем?
Зафига я сюда забрался? Может, я реально уже просто могу улететь на этом лифте куда-нибудь в стратосферу? Ну, потому что как бы все было включено. Пакет услуг, Wi-Fi, 3G, Nano-G. Только что включал, своими руками. Я здесь находиться не могу, или у меня все-таки... Во, я обычный чувак, подумаешь, у меня там коленники прокачаны. Я, по идее, не должна валить. Вот. Не, все-таки здесь нельзя находиться. Да, там все-таки находиться было нельзя. Ну, прям вот в секунду. Вон, там как раз-таки значок, типа, нет это людям. Так, не бей никого. То есть, по сути, мне без разницы, какое у меня сейчас это оборудование на мне. Ну, мы их, типа, можем отвлечь. Потом спокойно пройти. Так, он кого-то услышал. Как тебя использовать-то, гребаный лифт? Я тебя включил или что, я не понимаю. Короче, ладно, это в следующей серии. Я хотел сегодня на этом лифте отсюда свалить. Но, как ты видишь, не судьба. Лифт как-то не работает. Возможно, нужно найти какой-то другой подъемник. Нахера мне этот лифт вообще сдался? Я сюда прошел не через лифт и точно так же уйду отсюда. В чем проблема? В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И, собственно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.